Это не просто хаотичное размахивание бутафорскими шашками. Азы ведения боя детям преподавали опытные инструкторы. Теперь у них соревнования. Те, кто учил, сейчас судят эти поединки. Жизнь в полевых условиях не только не отпугивает молодых ребят, а наоборот притягивает. Ведь здесь обучают и военному делу, и искусству выживания. Случайные люди сюда не приходят, только по зову сердца. Мне, так скажем, не хватило этих 4 дней, и хочется здесь жить и жить, потому что настолько были сплочены и команды, и мы прочувствовались именно казачьим обществом. Люди хорошие, с ними интересно, в общем, и поспорить можно, и посоревноваться на шашках, на пиках. Организаторы казачьих игр признаются, что с каждым годом воспитанники становятся более опытными, и в этом нет ничего невероятного. Учат молодежь опытные казаки. Уровень подготовки растет, они уже сейчас на фланкировке вам покажут, уже я такого не могу, в общем-то. У них, да, но у них они как-то быстро это все схватывают, у них быстро это все получается. Заключительный день стал особенным для обитателей казачьего лагеря. Форма у детей выглажена, сапоги начищены. По сути, это можно считать неким выпускным экзаменом, апофеозом которого стали скачки. Дошли до Парижа, принимали парад Парижа. Башкирское мещерятское войско, форма мещан, которые участвовали в войне 1812 года. Пока дети развлекались, показывая свои умения, взрослые освещали свое холодное оружие. Это очень древняя и важная традиция. Возвращаясь к соревнованиям, стоит отметить, что из тех команд, которые на протяжении нескольких дней пытались показать свое мастерство, в итоге гран-при досталось ребятам из Бугульмы. Первыми стали нижнекамцы, второе место у набережных Челнов. Но распределение мест никак не повлияло на взаимоотношения, ведь все состоят в одном большом казачьем братстве. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».